Ну-ка. А какое? Какое сегодня число? 1 января. Фу. Значит, встретили. Мужик, а ты кто? Ты кто, мужик, я тебе спрашиваю? Следователь? А, зашел вы кто же ко мне в гости, да? Это я у вас? А, ну, спасибо, что пригласили. Спасибо, я очень... Товарищ следователь... А что сразу? Наручники. Ну, я в таком состоянии не то, что убегать, я уползать даже не могу. Что мы натворили? Мы ничего не натворили. Мы все солидные люди. Ну, хорошо, если вот так настаиваете, я сейчас все по порядку расскажу, только... Вспомнить же надо, ё-моё. Значит, отмечали. Да, у меня на даче. У меня на даче отмечали. Отмечали у меня на даче. Чтобы не бегать по магазинам 31 декабря, водку начали закупать уже в августе. Товарищ следователь, я правда не помню, сколько водки мы купили. Вот, какое количество ящиков, но крышка в погреб не закрывалась. Значит, я сейчас по тостам, сейчас по порядку, по тостам вспомню хронологию. Значит, тосты были за Новый год 3, за хозяина дома 3, за присутствующих здесь дам 3,5 раза, за свободу негров 7 раз. Потом, значит, за молодых, за здоровье юбиляра, пусть земля ему будет пухом. И кто-то все время поднимал тост за мои низкие потолки. Голос раздавался откуда-то из-под стола. Потом кто-то кого-то спросил, тебе в какую рюмку наливать? Голос ответил, в ту большую с рыбками. В общем, погреб быстро пустел, а крышку-то в него не закрыли, он обратно стал наполняться танцующими. Вот. Потом, сейчас, после полуночи пришла Снегурочка, товарищ следователь. Она перла такой тяжелый мешок, такой... Нет, Дед Мороз ей не помогал, он был в мешке. Мешок открыли, как бидон с брагой. Так в нос ударило. Дед Мороз с морозильным посохом в обнимку. Борода на ухо сползла. Варежки на ногах, сапоги на руках. Снегурочка тоже была хороша. Тоже была хороша, да. Русая коса в руке, каблуки в кармане. Решила закурить. Спичку закусила, сигареты по пачке чиркой. Увидала нашу таксу, схватила ее за уши и говорит, что ты, зайчик, не весел. Ушки повесил. Вот тебе косой от снеговика морковка. И заставила ошалевшую собачонку сожрать морковку. Пластмассовую. Вот, что было потом, что было потом. С косичками тоже было что-то связанное.
У Варвары Семеновны это парик съехал косичками вперед, она пытается его, их, в смысле, косички от лица убрать, и своего мужа спрашивает: «Вася, зачем ты завел меня в эти камыши?» Когда Вася подошел к ней, наступил ему на галстук, он вылупился на ее колено и говорит: «Варенька, не могу понять, где у тебя глаза и рот?» Варвара Семеновна обиделась и ушла, хлопнув дверью. Шифонера. Потом этот плотник, дядь Степан, оторвал у меня в коридоре от пола доску, целует и орет: «Буратино, прости!» Вера Дмитриевна каждые 3 минуты заглядывала в стиральную машинку проверить, не дошла ли индейка. А Николай Петрович, он мастер спорта по академической гребле, он в соревновательном порыве залез в ванну и догреб на ней до середины прихожей. И тут, товарищ следователь, в умах гостей созрел извечный вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Единогласным решением, да, единогласным, я помню, голосовал 10 человек, и поднято было 23 руки. В общем, решили послать на Марс счастливчика. Счастливчиком звали соседскую собаку. Ну, моя такса уже была в шоке, а тут рядом с соседским забором такой милый, приветливый песик на Плесецком космодроме, ну, это за баней, соорудили катапульту, надели псу на голову мотоциклетный шлем. 3, 2, 1, пуск, визг, полет нормальный, отошла. Вторая ступень, ну, мы забыли собаку от будки отвязать. Нет, товарищ следователь, мы в Марс не попали. Мы попали в трубу дома хозяев собаки. А там, знаете, такая интеллигентная, благостная семья мирно млела у камина. Представляете их шары, товарищ следователь, когда на них из камина вся в саже выскочила собака и с перепугу начала лаять на собственных хозяев. Может, она приняла их за марсиан? Соседка, убегая, кричала: «Коля, вот видишь, собака обиделась, что мы ее за стол не пригласили». И тут на улице резко потеплело. Нет, мороз не ослаб, кто-то баню поджег. И все решили, что самое время взрывать петарды. Я их просил по-человечьи, товарищ следователь, вот зафиксируйте это. Я просил петарды, нужно покупать китайские. Они купили наши у прапорщика в отставке. А у него в гараже, в таких больших зеленых ящиках, в каждом по 2 петардочки. Прапорщик сказал: «В костерок их киньте, запомните этот Новый год навсегда». Товарищ следователь, а что стало с поселком? Ничего? Не осталось? Товарищ следователь, а сколько мне дадут? А? 1 год за каждый эпизод? Ой, еще не все вспомнил, а уже пожизненно. Товарищ следователь, а можно я на прощание к людям обращусь? К людям, да. Можно? Да. Люди! Дорогие друзья! Мои милые соотечественники, всем нам известно, что в китайском календаре целых 12 животных. Так почему же мы каждый Новый год отмечаем как год свиньи?
Можешь хоть один раз для разнообразия отметить его как год кролика. Вот, женщины меня поддерживают. А если женщина за меня, значит, я должен быть свободен.